Не переживай, все хорошо. Успокойся. Это классическая тактика Свешникова. И ты отстаешь всего на одну пешку. Не нервничай. Хорошо. Молодец. Вас стоишь, ждал. Где наш обед? Послание от начальства, мистер Балаган. У вас 48 часов на оплату счета. Снимите деньги с кредитки и принесите еду. Вашу последнюю кредитку сегодня заблокировали. У вас три варианта. Наличный, чек или выписываетесь. Бред какой-то. Шахматы. Ну вот мы приехали. Китон, идем. Подожди, тут самое интересное. Мне нужно отдать ведомость. 10 минут. Можно я подожду в машине? Дверь никому не открою, обещаю. Ладно, если что... Знаю, нажму на гудок. Пап, не волнуйся. Ладно, будь по-твоему. Китон, помнишь меня? Открой дверь. Мы просто поговорим. Я тебе ничего не сделаю. Добро пожаловать в Хаксли, сэр. Мистер Балаган, сэр, постойте. Подождите. Привет. Мистер Балаган, чем могу помочь? Мне нужен товарищ Сталин. Товарищ Стилвилл, управляющий. Ваш босс. Минутку. Мистер Балаган, сэр, пожалуйста, сыграйте со мной один на один. В прятки? Вы водите. Мой рейтинг FIDE 22-25. Закажите игру на сайте. Не могу, мне даже за жилье нечем платить. В этом мы похожим. Мистер Балаган. Здравствуйте. Может, поговорим в кабинете? Нет, я просто хочу избавиться от преследования вашего назойливого директора по неприятностям. Я потратил в этом термитнике 200 тысяч долларов. Проблема не с тратами, а с их оплатой. Давайте поговорим наедине. Ваш отель прославился благодаря мне. И все, что я прошу, это обед на 9 человек. Мы ждали оплаты счетов целый месяц. Вы должны нам 33 тысячи. И с каждым днем долг растет на 1900. Я не виноват, что у вас так дорого. У нас есть номера подешевле. Клоповники. Я уже не раз вам объяснял. У меня есть деньги, но они в Париже. Мне очень жаль, но мое руководство теряет терпение. Мы сочувствуем вашему горю, и мы долго шли вам навстречу, но всему есть предел. Боюсь, что вам... Мистер Балаган. Вы правы. Я все оплачу в течение недели. 48 часов или выписывайтесь. Вы же понимаете. Хаксли отель, а не психиатрическая клиника. И что вы будете делать? Вот что. Конец игры. Автор идеи Аврум Джейкобсон. И почему русские так любят огурцы? Так уж повелось. Джейк, как поиски работы? Плохо. Дэнни, подскажи что-нибудь. Может, Эквинокс? Давай, я угощу тебя обедом и поговорим. Гаррет. Мне сказали, что твой счет заморожен, так что это от заведения. Я буду скучать по тебе, Аркадий. Слухи о моем выселении явно преувеличены. Хорошо, потому что я только что заказала 30 ящиков водки. Кто-то забрал Китона. Что значит забрал? Гаррет оставил его в машине на пару минут, и он пропал. Мой сын. Где Гаррет? В ресторане. Никто ничего не видел. Я поеду с тобой, смени меня.
Что он читал? Что? Не знаю, какая разница? Если книга осталась в машине, его похитил незнакомец. Если книгу он забрал, значит, его увел знакомый. Кто он? Ну, удачи. Ты что, не ездил на переднем сиденье? И колу никогда не пил. Какая глупость. Пей, сколько влезет. Внимание, розыск. Китон Харт, мальчик, 8 лет. Ну что, нравится? А в багажнике когда-нибудь ездил? Что? В багажнике катался? Что? Никогда. Попробовать хочешь? Правда, можно? Разумеется. Класс! Да, сейчас устроим. Пипа! О, надо же! Привет! Привет! Когда ты собирался мне написать? Был занят. Водки? Нет. Слушай, я говорила с полицией о Розмари. Аркадий. Ты мне денег не одолжишь? Может быть, не знаю. Сколько нужно? 33 тысячи. Как родители? Ненавидят тебя. Это взаимно. Постой. Аркадий. Никого не арестовали. Подозреваемых нет, а половину детективов уже сняли с дела. Лучшую половину. Аркадий. Прошло уже 4 месяца. Да, поэтому нужно действовать. Полиция в других странах лучше. Она хотя бы честна в своей нечестности. Придется самим взяться за это дело. Твоя невеста погибла. Что ты собираешься делать? Играть в шахматы. Он у меня. Высылай деньги. Понравилось ездить в багажнике? Китон? Китон! Напугал. Да. Напугал. Может, тур по Восточной Европе? Может, лучше игры по видеосвязи? Если хочешь денег, Аркадий, придется выйти из отеля. Уходите. Все хотят пожать руку чемпиона мира, получить автограф, сфотографироваться. Минутку, Матиас. Нужно кое-кого убить. Что? Вы были правы насчет книги. Мы можем поговорить. Китон ее забрал. Его похитил знакомый, теперь копы подозревают меня. Это не так? Нет. Нет, Аркадий, это не он. Кто такой этот Гаррет? Мой бывший муж. Что ж, удачи вам с бывшим мужем. Нет, помоги нам найти Китона. Пожалуйста. Кто-то похитил моего сына. Ради меня. Помоги. Матиас, я перезвоню. Да, пока. Поиски идут уже 19 часов, и все это время полиция ищет меня. От полиции толку нет. Поэтому нам нужны вы. От меня толку еще меньше. Нет, вы правы насчет книги. Джейк этого не делал, но копы ему не верят. В Википедии написано, что вы гений. Да, я знаю. Пожалуйста. Хочешь, чтобы тебя умоляли? Вы правда думаете, что я вам помогу? Да. Я просто хороший шахматист, я даже в покер плохо играю. Мы заплатим, мистер Балаган. Это маленький мальчик. Посмотри. Он ни в чем не виноват. Кто похитил моего сына? Зачем? Помогите нам найти его. Пожалуйста. Это мы с Гарретом. Он хозяин Харт-бистро. Знаменитое место. Мы нашли беременную женщину. Вот она, Луиза. Вот ее дети. И мать. У нее уже было трое детей от разных мужчин. Она сказала, пусть геи растят моего ребенка. Хватит с меня натуралов. Главное, чтобы его любили. Конечно. Он достоин хорошей жизни. И больших возможностей. Выпишите чек? Это на питание. Ну, знаете, витамины, добавки. Никакого алкоголя. Нет. Только пиво. И курить не буду. И пиво поменьше. Ладно.
Без пива. Как скажете. Открытое усыновление? Так всем было удобнее. Я навещала Китона пару раз в год. Скорее, раз в год. Я звонила в день рождения, на Рождество. Если была трезва. А биологический отец? Тут вариантов может быть несколько. Я плохая девочка. Очень плохая. Почему вы с Гарретом расстались? Кризис среднего возраста. Он пустился во все тяжкие, и мы окончательно поссорились 3 недели назад, когда бедняжка Луиза умерла от аневризмы аорты. Мы поспорили, стоит ли Китону идти на похороны. Когда мне было 8, похороны меня жутко напугали. Он не пойдет. Это его биологическая мать. Ему и так тяжко приходится из-за тебя. Причем здесь я. Он постоянно спрашивает, кто такой Навид? Да неужели? Спроси его, давай. Хочешь с его помощью удержать меня? С чего ты решил, что я тебя держу? Вали куда хочешь. Хватит. Слава богу. Это была последняя капля? Да. Гарретт согласился не вести Китона на похороны, и это была последняя его уступка. Мог Гарретт сам организовать похищение Китона, чтобы вас наказать? Сомневаюсь, но... Пусть Гарретт и его новый парень придут ко мне, а с вас чек на 15 тысяч. У меня нет 15 тысяч. Тогда банк вернет чек, зато я буду спокоен пару дней. Если я найду мальчика, заплатите сколько сможете. Конечно. Хьюго! Укажи отель в качестве получателя. Что ты знаешь о списке сексуальных преступников? Что в нем есть ты? Хьюго, ты пошутил? Почти смешно. Ладно, что ты хочешь знать? Сын моего знакомого пропал. В розыск объявили? У федералов есть открытый список? Нет, настоящий список из полиции. Неосужденных преступников. Удачи. Это закрытая информация. Тебе нужен человек со связями. Например, бывший детектив. Думаешь, я ради тебя подставлю своих? Тут меньше половины. Это задаток. Привет, Пипа. Парень, пострадавший, когда убили Розмари, свидетель... Пипа, мы похоронили Розмари. Отпусти ее, живи своей жизнью, снимай свои ролики и забудь о смерти. У моих роликов по 60 тысяч просмотров в неделю. Правда? Правда. Через 2 дня после выписки из больницы свидетель погиб при пожаре. Не повезло парню, вряд ли он что-то видел. Тогда почему его убили? Я не думаю. Возьми и прочитай. Это был поджог. Пипа, ты помешалась. Да, кто-то убил свидетеля смерти моей сестры. И что я должен делать? Хоть что-нибудь. Пипа, ты канадка. Есть проблема, ты ее решаешь. Я русский. Я предпочитаю сидеть и жаловаться на коррумпированное правительство и продажную полицию. А может, ты просто эгоистичный нытик? Что думаешь о втором отце? О Гарретте? Не люблю начальников. Как они расстались? Дом принадлежал Гарретту, поэтому мальчик остался с ним. Джейк мог устроить похищение? Нет, Джейк любит Китона и все еще любит Гарретта. Ты знаешь нового дружка Гарретта? Все знают Навида. В смысле? Он любитель потусоваться. Навид может быть в этом замешан? Кажется, его не было в городе. А ты как думаешь? Пропал маленький мальчик уже давно в центре города. Конечно. Мистер Балаган, помните меня? Сэм Бешт. Это я. От партии не откажусь. Правда? И от 1000 евро. Долларов? Ладно, 100 баксов. Я обязательно заплачу, как только я... Я аспирант, понимаете? Хорошо. Достань мне полицейский список подозреваемых в сексуальных преступлениях и сыграем. А как мне это сделать? Если бы я знал, сам бы сделал. Постойте, мистер Балаган. Вам просили кое-что передать. Одна женщина, очень красивая. Ну ладно. Китон, как дела? Я принес конфеты. Мне одному все не съесть. Хочешь? Открой дверь. Китон.
Китон, ты меня знаешь, я твой сосед. Мой маленький щенок. Он потерялся. Ты его не видел? Ваня! Поможешь мне его найти? Мне нужна машина. Открой дверь, я тебя не трону. Бери книгу. Быстро! Выключите. Боже мой. Извините. Здравствуйте. У вас есть дети? У меня? Сколько? Шестеро. И одна внучка. Эксперт, стойте, минутку. Что может заставить ребенка открыть дверь машины, если ему сказали, чтобы он этого не делал? А, мальчик из новостей. Дети слушаются, если сказать «не открывай дверь», они не откроют. Ваши, может быть. Нет, все дети. Оставаться одному на парковке страшно. Они послушаются и сами запрут дверь. Но кто-то открыл дверь. У него был ключ. У кого? Не знаю. Но у него был ключ. Я есть хочу. Да, я тоже. Смотри, что я принес. Это наш ужин? Да, смотри. Самый вкусный ужин. Ты не слышал об овощах? Картофельные чипсы. А о фруктах? Фрукты? Есть фруктовый сок. Это не сок, это пиво. А ты никогда не слышал о фруктовом пиве? Это просто пиво. Знаешь, что еще у меня есть? Любишь наряжаться? Как на Хэллоуин? Скорее, как... Как... шпионы. Ну и вонь. Знаю. Не шевелись, а то попадет в глаза. Жжется, больно. Сейчас мы все смоем. И что ты скажешь, если спросят, кто я? Мой папа. Да-да. Только не плачь. Мне в глаза попало. Ну все. Когда я увижу своих настоящих пап? Я же говорил, Китон, я все объяснил. Слушай, когда мы закончим, мы с твоими родителями так повеселимся, что ты никогда этого не забудешь. Это как? Это будет круто. Поверь мне. Пловец, что ты знаешь о расследованиях? Ничего. Так ты просто выманил деньги у друга Дэнни? Вроде того, да. А ты что-то выяснил? Да, и тебе это понравится. Друзья в полиции рассказали, что отцы судились за опекунство. Я знаю. А ты знал, что Джейк Вассер угрожал забрать ребенка, если не получит половину опеки? Другой отец записал угрозы, и суд запретил Джейку приближаться к мальчику. Когда дело касается детей, люди сходят с ума. Именно. И у Джейка Вассера нет алиби на момент похищения мальчика. Выходит, ты сейчас помогаешь похитителю. Поздравляю. Рад, что полиция так быстро раскрыла дело. Может, теперь они займутся убийством моей невесты? А ты займешься переездом? Что это за звук? Да, это банк отказался платить по твоему последнему чеку. Все вещи отнесли в твой номер по распоряжению мисс Стилвилл. Шах и мат. Всего хорошего. Серьезно? Шах и мат? Джейк, советую как следует поесть. Вас скоро арестуют. Мистер Баллаган? Я продаю Караваджо. Андреа Бочелли. Чтобы оплатить счет. Оставь надежду всех сюда входящих. Сэм, какой ты молодец. Секретный список подозреваемых. Джейк. Главное, запомни. Осторожно. Я нажимаю на педали, а ты рулишь. Нравится? Держи руль. Вот так. Осторожней.
Это сложно. Да, но зато весело. А если я тебя пощекочу? Выправляй. Вот так. Давай остановимся. Мистер Балаган, я... Гаррет, у кого есть ключи от вашей машины? У половины ресторана. На ней сотрудники ездят за покупками. И любой мог сделать копию. Я знаю, кто похитил Китона. Джейк. Полиция его ищет. Значит, он невиновен. Слушайте, я пришел сюда, чтобы попросить вас вразумить его. Вы правда думаете, что Джейк похитил Китона? Да. Когда мы расстались, он ушел с работы. Он потерял семью, дом. Сына? Да. Да. С тех пор он не в себе. И это чистая правда. Думаете, Джейк убил Китона? У вас нет детей, да? Я молюсь, чтобы мой сын был жив, а Джейк хочет отомстить мне. Прошу, передайте, что ему это удалось. Как Джейк оказался в секретном списке подозреваемых? Эти данные не выдают даже агентствам по усыновлению. Так что произошло? В 17 лет его арестовали за сексуальные отношения с несовершеннолетним, и семья мальчика выдвинула обвинение. Так он не насильник. Зачем полиция тратит на него время? Других подозреваемых нет. А ваш... парень Наив? Навид. Навид. Он был в Палм-Спрингс, когда пропал Китон. Его уже допрашивали. Но не я. Я просил прийти вас обоих. Он придет после работы. Мистер Балаган, задумайтесь, почему Джейк не нанял настоящего детектива? Того, кто сможет выйти из отеля. Экономия на транспорте? Я читал о вас. Я знаю, что вы не выходили отсюда уже 4 месяца. Может, он скрывает что-то? Или кого-то? И если вы правда хотите найти Китона, прекратите играть в игры и займитесь Джейком. Я могу выйти, если захочу. Ну да, конечно. Почему Джейк не нанял настоящего детектива? Пожалуйста, мой сын похищен с каждой минутой. Нашел что-нибудь? Ничего? Думаю, что умнее целого отдела полиции. Это спесь. Что это за слово такое, спесь? Почему ты не работаешь над делом Розмари? Какое лицемерие. Эй, пьяница, стучат. Уходите. Навид, прошу. Играете? Шах и мат — это персидские слова. Но я играю в другие игры. Надеюсь, не в пасьянс. Гаррет всю ночь искал Китона. Я дал ему успокоительное и уложил спать. А вы не искали? Искать на улицах бесполезно. Его похитили. Может, Джейк? Так думает Гаррет. Я был в Палм-Спрингс, когда пропал Китон. Но знаете, мы с ним дружили. Это называется книга. Обложка другая. Британское издание. Вам обязательно все здесь трогать? У вас же, как это называется, боязнь улиц. Вы сидите здесь месяцами, сходя с ума?
Так вы пришли рассказать о своем алиби и дружбе с Китоном? Или для того, чтобы поумничать и потрепать мне нервы? Ответьте на вопрос. А, я думал, он риторический. Уходите. Сейчас же. Ладно. Тут о вашей девушке. Положи. Вали из моего номера. Уже ухожу, но я не понимаю, как жалкий русский пьяница решит это дело. Ты не ответил на мой вопрос. Да, точно. Может, это был прохожий? Просто случайный человек? У полиции есть средства. Пусть они теоретизируют. Ладно, подумаем. Родственники, друзья, коллеги. Тот, кто ненавидит обоих отцов. Одного из них. Ты не мыслишь стратегически. Король? Нет, я не про партию. Я про мальчика. Хорошо, значит, мы ищем мотив. Да. Детей похищают ради... денег. Выкуп не требовали. Ладно, тогда остается месть, убийство, секс. Может, его не похищали, он просто заблудился? Он живет в центре, там не заблудишься. И вряд ли он поехал автостопом в Мексику. Кто-то его увез. Похоже, ты изучил партию, которую я проиграл Лоуи. Я изучал все проигранные вами партии с 2004 года. К счастью, их не так много. Может стать одной больше. Возможно. Ты знаешь мои слабые стороны. Я хотел бы знать больше. Я люблю свои слабые стороны. Знаешь почему? Они отвлекают противника от сильных. Игра окончена. У тебя есть воображение, но ты должен атаковать, а защищаться только контратакой. Да. Помоги мне найти мальчика. Вы серьезно? Как? Разузнай побольше о парне Гаррета на виде. Почему он так бравирует своим алиби? Дэнни? Привет. Дэнни, это мой коллега. Сэм Бешт. Сэмуэл, Сэм. Привет, Сэм. Сэмюэл. Дэнни работала в ресторане Гаррета. Она свяжет тебя с нужными людьми. Они все сделают ради Джейка. Вчера они всю ночь развешивали объявления. Присядь. А ты не могла бы принести мне таблетку аспирина? Сейчас. Спасибо. Если я помогу, мы еще сыграем? Если поможешь. Джейк – идеалист, но он работал официантом, и он знает, каково это. Ясно, понял. А что насчет Навида? Он ведет себя по-хамски и не дает чаевых. Это поможет? Я знаю его с тех пор, как он встречался с Фрэнком Девайном. Так ты детектив, Сэм? И каково это? Здорово, да, круто. Давно работаешь? Да. Так Навид когда-нибудь говорил про Китона? Навид говорит только о Навиде. Я заканчиваю в 2. Что делаешь после 2 ночи, Сэм? Домашку. А кто такой Фрэнк Девайн? Бывший папик Навида. Перерыв закончился. Где мне найти Фрэнка? Напугал? Будешь так много читать, глаза испортишь. Правда? Да, конечно. Тебе еще многому нужно научиться. Ты говорил с моими папами. Когда я их увижу? Скоро. Я тебе кое-что взял. Смотри, как круто. Можно им позвонить? У меня нет сотового. Я знаю их почту. Друг, ты думаешь, у меня есть компьютер? Купи себе смартфон. Слушай, сегодня мы едем на пикник. Что скажешь? Спал когда-нибудь в палатке? Я хочу к себе в спальню. Дружище, будет весело. Мы с тобой отлично развлечемся, да? Ну, что скажешь? Я хочу к папам. Да, я знаю. Поехали на пикник. Выкинь ты эту книжку.
ненавидел с ним? Так. Погоди, Сэм, тут местный сторож пришел. Охранник, я охранник. Да какая разница? Принеси мне еще латте. Твоего друга Джейка Вассера только что арестовали. Кто-то видел, как Джейк шел с Китоном по улице незадолго до похищения. И он только объявился? В России, говорят, врет как очевидец. Это не Россия. Какого цвета мои глаза? К слову о свидетелях. Слушай, в субботу будет прощальная вечеринка. Жаль, что тебя уже не будет. Поговори с папиком, расспроси про Навида. И перезвони. Ладно. Что вы можете сказать про Навида? Навид ужасен во всем, кроме секса. Ясно. Я не возражал, что он брал мои деньги. Таскал у меня наркоту и подкатывал к моим друзьям. А в чем была проблема? Ревность. Постоянно. А к кому он вас ревновал? Ко всем, буквально. Даже к Бетти. Кто такая Бетти? Он оставлял клетку у открытого окна и не выключал вентилятор. Однажды я вернулся домой, а она мертва. Мои соболезнования. Он отравил ее, я это знаю. Навид – убийца. Это он наверняка. Ревность, попугай, дети. Он устраняет соперников. Или мы что-то упускаем. Например? Не знаю, потому и упускаем. Ты сомневаешься, что это Навид? Он был в Калифорнии. Он с кем-то сговорился? Я думал, ты считаешь, что это он. Знаешь, как я стал чемпионом мира? Думал на шаг вперед, Сэм. На два, на три шага. Но доказательства налицо. Это элементарная теория хаоса. Подумай, подумай. Навид нанял кого-то убить мальчика из ревности? Уходите. Вызывали мистер Балаган. Проходите. Вам нужно прибраться? Снова икра на ковре? Нет. Присядьте. Это Сэм Бешт. Альсина, как ваша фамилия? Пропавший мальчик. Сэм думает, что за похищением стоит парень его отца. Ваше мнение? Я думаю, виноват отец, Джейк Вассер. Удивительно, почему? Его арестовали, в новостях показывали. Я смотрю, когда убираюсь. Если его арестовали, тогда что мы делаем? Меня наняли найти мальчика. Его нашли? Еще нет. Это был Навид, точно. Он никому не нравится. Я тоже никому не нравлюсь. Подумай еще раз, что мы упускаем. У кого был ключ? Может, ты был прав, он действительно убежал? Его отцы ссорились, он хотел их помирить? Следов борьбы нет. Он забрал книгу и сбежал. Ему 8 лет. Куда бы он пошел? А биологические родители? Мать умерла, отец неизвестен. Если хотите что-то узнать о семье, спросите бабушку. Поищи в интернете некролог биологической матери. Да, я по поводу вашего внука, Китона. Нет, нет, я не из полиции. Я... Какой акцент? Вы можете приехать в город? Машину угнали? Когда? Сэм? Альсина? Не хотите прокатиться? Мистер Балаган, я на работе. Ребенок пропал. А вы любите музыку? Конечно. Я люблю джаз. Может, тут есть диски? Зачем мистеру Балагану машина, если он не выходит из отеля? Машину арендовала его невеста незадолго до... Вы помогаете арестованному отцу? Мы хотим найти Китона. Пожалуйста. Чего вам терять? В полиции говорят, что Китон может быть мертв. Полиция ошибается. Часто ошибается. Пока Китона не нашли, не сдавайтесь. Я не сдаюсь. Сдались они. Пропал ребенок, потом арестовали одного из отцов и... На этом все. Мистер Балаган – умнейший человек в мире. Поговорите с ним. У Луизы было еще трое детей. Они сейчас живут с ее сестрой. Мы недавно виделись. Все очень расстроены.
Бедный мальчик. Он потерял мать, когда родился, и потерял снова, когда она умерла. А теперь он и сам пропал. После похорон я сказала ему... Джейк сказал, что Китон не был на похоронах. Но он был. Мы пришли домой, я дала ему мороженое. Кто его привел? Его второй отец, как его, Гаррет. И его новый друг. Навид. Я думала, это девушка. Кто еще там был? Дети Луизы, моя вторая дочь, ее дети. А еще кто? Преподобная Кэти, Мэг, Флойд. А это кто? Мои соседи. Они уже старики и мухи не обидят. Еще кто-нибудь там был? Друзья Луизы. А именно? Как же его звали? Мэрит Сингер. Только что вышел из тюрьмы. Долго он сидел? 6-7 лет. 8? Арестован за перевозку травки через границу. На лодке. Умно. Похож на отца, особенно глаза. Вы были правы, мистер Балаган. Это не Навид, это Мэрит. Нужно позвонить в полицию. Или прав был ты. Ужас, да? Луиза? Да. Задницу не было, что нужно. Нет, их подружили наркотики. Я ищу травку. Не знаешь, где можно достать? Я не коп. Мне посоветовали обратиться к тебе. Я бы вернулся в дело, но мою лодку арестовали, и я на мели. У меня даже машины нет. Он позвал мальчика. Китон, иди сюда. Я Мэрит, друг твоей мамы. Близкий друг, очень близкий. Вернее, был. Посмотри на меня. Однажды ты станешь таким же красавчиком. Китон, ты где, милый? Будешь мороженое? Буду, бабушка. Иду. Я даже не знал, что у меня есть сын. Луиза рассказала о сыне пару недель назад. Никто не спрашивал меня, готов ли я его отдать. Считай, тебе повезло. Он нахал, а его отцы соревнуются, кто сделает ему больше подарков. Каждый раз, как мы с Гарретом встречаемся, он не дает нам остаться наедине. Причем специально. Детская ревность. Удивительно. Ревность. Ко мне. Ребенок ревнует его ко мне. Странно, правда? Очень. Так ты работаешь? Днем и ночью. На тотализаторе? Чего тебе? Звони своим друзьям в полицию. Ты вещи собрал? Скажи им, пусть ищут человека по имени Мэрит Сингер. Возможно, он похитил Китона, своего биологического сына. Возможно, Мэрит везет Китона на машине его бабушки. Возможно, в Дункан. Вот номера. Немноговато ли возможно? Времена такие, Хьюго. Куда мы идем? Я не хочу. В паре дней ходьбы есть старый дом. На берегу озера будем рыбачить, охотиться. Я хочу домой. Будем как отец с сыном. Ты мне не отец. Вообще-то отец. Ясно? Я же сказал, я твой отец. Нет. Да. Беги. Все нормально. Вот это да. Сочту это комплиментом. Сыграем? Я заслужил. И поужинаем сегодня. Отлично. Это от Гаррет. Маленькая благодарность. Это большая благодарность. На Навида ему деньги больше не нужны. Его арестовали. Выпьем за это. Ты нашел Китона. Спасибо большое.
И тебя не выселят. Еще пару недель поживу, да? Аркадий, ты снял пижаму? Пипа. Дэнни, это Пипа. Пипа, Дэнни. Это сестра Розмари. Наслышана о вас. От него? Налить вам чего-нибудь? Нет. Выпей, нет? Нет. Снова будешь ругаться? Да, но это в последний раз, обещаю. Я нашла кое-что и решила, что тебе это будет интересно. Пипа, мне нравится с тобой общаться, если мы говорим о еде, о спорте или вроде того. Розмари как-то сказала, что ты любишь шахматы, потому что они задействуют мозг. Ну и что ты сегодня мне принесла? Запись камеры наблюдения напротив отеля. Как ты ее достала? У меня есть связи. Я же достала тебе список подозреваемых. Нет, это был Сэм. Нет. Я же взяла его у своего источника. А кто такой Сэм? Неважно. Видишь, Розмари? Смотрите, Джейк и Китон. Пропавший мальчик. Полиция его нашла, слава богу. Особенно Аркадий Балаган и все добровольцы, искавшие Китона. Большое вам всем спасибо. Ты приложил к этому руку? Ну, конечно. Мне повезло. Так ты посмотришь? Но позже. Тебе нужно выпить. Дэнни, еще бокал.